как я провожу измерения корректора Сухова Николая Евгеньевича. Значит, вот сам корректор, вот он, вот это фильтр анти-РИА, подключенный к его входу. Вот это у меня выход правого канала звуковой карты. Вот он, правого канала, ну, здесь обозначен как выход на динамики, то есть можно подключать какие-то активные колонки. Вот здесь у меня линейный вход, и я думаю, что я подключаю именно в линейный. Вот здесь очень опасная кнопочка, если на нее нажать, то получится 48 вольт полетит на что, на выход нашей карты, да? Да, на, вернее, не карты, а усилителя корректора, и он может сгореть. То есть вот этой кнопочкой надо очень осторожно. Ну, это блок питания, я уже показывал. Значит, вот моя звуковая карта. Значит, вот этой крутилкой я, вращая ее, могу устанавливать уровень сигнала на выходе, на линейном выходе. И вот здесь светодиодики загораются, которые эти уровни показывают, существующие уровни. А вот тут, а вот это у меня чувствительность по входу, вот именно по вот этому входу, по тому, с которого я сейчас запитываю, вернее, на который я принимаю сигнал с выхода усилителя корректора. Другой канал, он у меня гитарный, установлен на ноль. Вот, но вот это то, что касается звуковой карты. Вот он сам, так сказать, измерительный комплекс. Я хочу сейчас захватить экран и попробовать сделать ну, такое видео о том, как я произвожу измерения. Значит, поставил свой телефончик так, чтобы он ловил. Ну, надеюсь, что весь экран видно. Может быть, не совсем идеально, но тем не менее. Значит, я стартую РМА. Вот она у меня стартует. Ага, открылась. Здесь те настройки, о которых я говорил. Выходное устройство, входное устройство, с которым мы работаем. Что это? Частота дискретизации. 96 килогерц и ну, битность, то есть сколько шагов будет выполнять аналогоцифровой преобразователь на входном уровне сигнала. Значит, вот это режимы, о которых я говорил. Вот запускаю еще раз этот режим. У меня тестирование происходит, все режимы можно использовать, отлично. Хорошая звуковая карта. Вот у меня идет отклик звуковой карты, говорит, что окей, и плейбэк, воспроизведение, и play record тоже, ну вернее, плейбэк, запись, и цикл запись-воспроизведения у меня проходит успешно. И теперь я стартую измерение. Вот, на средний уровень ставлю регулятор чувствительности входного сигнала и регулятором выхода добавляю размах на выходе звуковой карты. Ну вот видно, что сейчас пик торчит на сколько там, на минус 18 дБ, по-моему. Ну, я смотрю по графику, а по регулятора уровня где-то в пределах минус 12 дБ. Этого недостаточно для нормальных измерений, и нужно его довести. Но если я буду просто выходным сигналом продолжать увеличивать уровень, то у меня наступает такой момент, когда резко увеличивается искажение. Вот я сейчас показываю этот
режим работы, так сказать. Ну, я уменьшаю, чтобы у меня красные светодиодики на выходе не горели. И уровень устанавливается, он не сразу устанавливается, а через какое-то время. Ну, вот я теперь шагаю вниз и подбираю такой уровень, чтобы у меня не было вот этой вот в правой части экрана гармошки. Ну вот в данном случае у меня более-менее совпало автоматически, то есть и входной сигнал хороший, по индикатору левому мы смотрим в левом окне adjusting levels, и в правом окне тоже видно, что размах хороший, и установлены, ну, какие-то появились какие-то гармоники, но для амплитудно-частотной характеристики это не так важно. Ну и теперь я нажимаю вот эту кнопку Start Test. У меня пошел, значит, пошли измерения. Сейчас они произвелись. Я открываю график. Вот видим совсем другую картину. Разворачиваю на весь экран, и можно проанализировать. Ну, в общем-то, все результаты те же. То есть вот что там плюс 12 примерно, плюс 1,2 децибела на частоте 20 кГц, я вижу. Частотка идет вот до 40, после 40 только заваливается. Это отлично. И вот на 30 Гц я четко вижу минус 0,5 децибел, а на частоте 20 Гц, ну, у меня подбирается к минус 1 в данном случае. Ну, в других измерениях было меньше. Ну, я закрываю этот график. Он сохранился, и мы можем еще провести несколько измерений. То есть вот я еще одно, допустим, измерение провожу, запускаю. Уровни уже настроены, то есть их подстраивать не надо. Я опять стартую тест. Вот у меня происходит измерение амплитудно-частотной характеристики. Вот вываливается предложение, ну, как-то назвать этот очередной слот. В него вываливается результат. Вот мы видим, и я теперь открываю график. И здесь мы уже видим два графика. Один наложен на другой, и видно, что они абсолютно совпадают. Ну, практически совпадают. Ну, то есть это говорит о том, что измерения довольно корректно происходят. Вот. Ну, можно еще несколько позиций произвести. Я думаю, что интереснее будет просто последовательно один за другим измерить характеристики всех этих экземпляров фонокорректора. Вот я этим займусь в ближайшее время. Вот, ну, а на сегодня, наверное, все. Вот, здесь нужно сохранить, можно сохранить это, ну, вернее, и желательно, и нужно сохранить результаты. Вот, нажимаем на дискетку, у нас появляется, ну, как бы, выбор того измерения, которое мы хотим сохранить, или первое измерение, или второе. Мы должны нажать ОК для того, чтобы сохранить этот результат. Вот, если мы хотим какой-то конкретный. Ну, а если мы... Что это? Это я вторую дискету набрал. Ну, то же самое. Не знаю. Здесь можно так, чтобы одновременно и то, и другое. Но у меня не получается. Не получается. А вот это что? Вот. Ну, это подготовить отчет для публикации в интернете. Окей, я выбрасываю. Но если мы не сохраним результат, то при закрытии этого окна у нас появляется «Вы уверены?» сообщение. Уверены ли вы в том, что вы можете закрыть это окно
и что результаты ваших измерений пропадут, если вы не сделали сохранение соответствующих пакетов. Окей. Вот. Ну, вот таким вот образом я произвожу замеры.